Добрый вечер, Александра. Добрый вечер. Меня зовут Евгений, а их зовут Шура и Лёва. Очень Я не знаю, который из них Лёва, который Шура. Их ребята из Би-2 так назвали. Вот поэтому они у нас музыкальный коллектив. Прекрасно. А вы тоже вот в известной степени музыкальная актриса. Как оказалось, да, как выяснилось. Да, потому что вот мюзикл – это… Там же музыка главная в мюзикле или нет? Мы сейчас про Чикаго говорим, где Я бы сказала, что здесь в том-то вся и соль, что… Тут равнозначные три задачи. Uh-huh. Тут нужно и это должна быть музыка, нужно петь, это хореография, и нужно танцевать. И это как раз вот, как мне кажется, то, что отличает Чикаго от других мюзиклов. Uh-huh. Это очень актерский спектакль, и его надо играть. Так, вот немножко развейте. Ты, что значит очень актерский? Вот. Для Шуры и Лёвы это непонятно. Это вообще история очень острая. Угу. Это такая получерная комедия. Это такой жанр, где вот должны быть очень точные правила игры. Угу. И не играть их, просто петь и танцевать, ничего не получается, невкусно получается, все рушится. Тут надо еще и, вот, как выяснилось, играть. Вот. И в этом смысле... Мне именно этим заинтриговало это предложение от Stage Entertainment и от Дмитрия Богачева, потому что я понимаю, что здесь поле для такого яркого актерского хулиганского существования. Я не знаю, вот какие аналоги других мюзиклов мы можем найти. Ну, я, кстати, читал одно из ваших интервью, было как-то так и заглавлено, что я там что-то такое хулиганка, как Лайза Минелли, что-то там такое было. Ну, я, может название. Быть, ну, она-то вообще потрясающий хулиган. Я тоже, но здесь я именно говорю сейчас о хулиганстве сценическом, именно на сцене, потому что без этого шоу не получается. Ну, может быть, именно поэтому это самый такой долгоиграющий мюзикл из всех голливудских. Это бриллиант. То есть из всех бродвейских. Я голливудское прилагательное употребил не просто так. Вы смотрели экранизацию, конечно. Конечно, же, наверное. Конечно. Я смотрела спектакль в Лондоне. Так. Вот этой же постановки. Ага. Вы как зритель туда приходите или как профессионал для того, чтобы что-то вот снять, позаимствовать, понять? Я пришла вот на спектакль «Чикаго в Лондоне» абсолютно как зритель. Мы пришли вместе с моим дядей, который обожает этот мюзикл. Когда он услышал, дядя экономист, он то есть не имеет отношения, он не имеет отношения, да, к профессии, папы, а это папин брат, так, родной. И прошу прощения, он старший или младший? Младший. Так, пять лет у них разница, вот, но поскольку Денис, мой дядя, он совершенно окружен всеми членами семьи, которые куда ни плюнь, кто-то, значит, где-то выступает, вот, он вообще сам, ну, театрал, он человек, который постоянно ходит в театр, на оперу, на балет, он очень это любит, вот, и, конечно, очень нами гордится и радуется за нас. Когда он услышал, что я, значит, пошла тряхнуть стариной на кастинг на Чикаго, у него прям он загорелся, потому что у меня были какие-то даже сомнения. Он говорил: нет, ты не понимаешь, ты должна. Вот, и я, честно говоря, подумала, что же я не должна его разочаровать. Я уверен, что его не разочаровали. А, кстати, почему так получилось, что он по стопам старшего брата вашего родителя не пошел, вот как бы, ну, то, что я называю шоу. Мы говорим, что это единственный в нашей семье приличный человек, который выбился в люди. Единственный. Да, я-то читал, что ваш папа был не в восторге от вашего выбора, что он не приветствовал. Да, он был не в восторге. Я, честно говоря, до сих пор не очень понимаю, что это за такие прямо... Нет, очень часто, вы знаете, очень часто отцы знаменитых очень дочерей. Но я хочу сказать, что мы с сестрой, у меня еще есть младшая сестра, которая тоже теперь актриса. Да. Мы с сестрой, по-моему... Ну, она, у вас в смысле, она сестра, как это называется, сводная, да? У вас это называется один. Кровная сестра, да. Кровная, но, тем не менее, угу. Для меня это родная моя сестра. Угу. И надо она сказать, тоже урсуляк, что... да? Она тоже урсуляк. Угу. И теперь более интересная ситуация, потому что папа был против-против, значит, я пошла поперек вообще... Угу. Всего этого паровоза. А вот с сестрой там было сложнее, потому что сестра все-таки прислушалась к папе и закончила историко-филологический факультет РГГУ. Так. Вот, она еще умная.
Только умная женщина может произнести. Вот она еще умная. Вот она еще. Отлично. Но это действительно так. Фантастика. Зачет. Вот. И тем не менее, отучившись, да, потеряв сколько, 5 лет. Ну, почему потеряв? Набрав опыт. Ну, для актрисы это срок. Так, ну да. 5 лет. Да. И пошла учиться все равно. И теперь она тоже делает успехи. Мы тоже ей очень гордимся. У нее была вот премьера в театре Вахтангова, сейчас у нее премьера в театре Стерикон, куда она поступила служить. И все у нее прекрасно и замечательно. Но мы папе доказали 2 способами, что все равно он не прав. Ну, не знаю, это надо с папой поговорить, доказали потому вы ему или нет. Видит, потому что он видит, как мы обе счастливы. А, для него смысле. Это самое главное, как для отца. Он всегда очень боялся, что это будет несчастьем. Но то, что он видит, что мы обе счастливы, для него вот это наша победа, конечно же. А вы как-то в семейном формате обсуждаете работы друг друга? Вы по каким-то, наверное, семейным постоянно. Праздникам собираетесь? Мы собираемся постоянно и обсуждаем все постоянно. Папа строгий критик, вообще говоря. Папа, во-первых, конечно, невероятно любящий отец, нежнейший, вот, при том, что он может кричать на нас постоянно. Прям кричать по-настоящему. Он человек эмоциональный, открытого темперамента, вот, при этом это всегда по-доброму и очень смешно. Вот, и никто его уже не боится несколько лет. Вот. Вот поэтому и действительно есть что обсудить. Сейчас такая вот у всех наполненная жизнь, что обсуждаем, не успеваем тему менять. А на внучек он кричит? У вас же, насколько нет, я... Нет, на внучек он не кричит. Ваша старшая ведь тоже собирается в актрисы, мне говорили, или нет? Вы понимаете, это... что? Я не знаю, там, куда она собирается. Пока я ей говорю, что школа, дочь моя, давай, грызи. Вот. Но она, тем не менее, вот взяла, выучила стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девчонка», победила на конкурсе чтецов. Завтра вот она едет на какой-то уже не школьный, а уже какой-то городской конкурс. Вот. Ее тоже это цепляет, честно говоря. Я не против. Слух, голос есть? У обеих девочек ваших? Да, да. Но пока мы музыкой не занимаемся, мы занимаемся танцем. Но мы музыку слушаем? А. Да? А что мы слушаем? Ну, во-первых, мы слушаем очень много классики, как-то у нас так это дома принято. Вот. И, конечно же, приходится заодно с матерью учить все, что мать приносит в дом по работе. Естественно, мюзикл «Чикаго» выучен от корки до корки, конечно. Более того, даже маленькая 4-летняя, ну, сейчас ей уже 5, но там, год назад я репетировала «Добрый человек» и «Сезуана», а зонги брехтовские, значит, на музыку Дессау, это такой авангард, мы исполняем на немецком языке. Да-да-да. Так и это же было. Я слушаю, она там моется, и швабши, жмыш. А вот, кстати, про «Добрый человек» и «Сезуана», вы ведь номинированы на «Золотую маску», да, за эту работу. Вы немецкий, вы просто песни заучиваете на слух, или вы знаете перевод, вы знаете содержание сонгов? Знаете, да? Конечно. Почему, конечно? Я вот беседовал с вашей коллегой, есть такая Линдт. Да. Вот она, кстати, немка этническая, и она по-немецки не говорит, она мне сказала, что она японские и немецкие тексты вот просто вот выучивает, как они звучат фонетически и воспроизводит. У меня неплохое ухо на языке, как выяснилось. У меня было несколько ролей, где нужно было там то на итальянском говорить, то на французском, то на английском, вот. И на немецком, ну, здесь прям такой объем был достаточно большой, все по-серьезному было. Вот, и я могу сказать, что я занималась с актрисой немкой, с Моникой Госман. Мне с ней безумно повезло, потому что, кроме того, что нужно было выучить все зонги по-немецки, у меня есть просто куски, которые я читаю на немецком, ну, как бы, монологи, которые мы... все-таки оставили Брехте, как, вот, как он есть. Вот. Но мы сделали еще дальше, мы пошли. Там есть финальный монолог Шенте. Шенте — это проститутка, это главная героиня. Которую я исполняю. Которую мы решили, что это будет рэп. Вот как. Да, последний монолог Шенте у нас
такой прямо... Начитка. Такой прям с оркестром, с музыкантами. Такой очень экспрессивный выход. И я рэпую сначала по-русски. Вот. А дальше уже было самое интересное, потому что Моника бедная сидела и рэповала по-немецки брехтовский текст. В итоге мы его сделали, мы его уложили, и это очень даже неплохо. Вот смотрите, допустим, Чикаго вы знали постановки, видели фильм, а вот в этом случае вы видели другие постановки? Я видела постановку в театре на Таганке, Любимовскую. Была, на самом деле, не так давно на ней. Я была, по-моему, как раз вот год назад я пришла посмотреть. Я понимаю, что уже это не совсем тот спектакль, хотя очень много осталось материалов на Ютубе, можно увидеть, как играла Славина, там, Высоцкий, все это есть. Это никак не помогает и не мешает работать над спектаклем, потому Разве? Ну, разве не помогает? Разве вы не понимаете, что не надо делать или нет, что надо нет, делать? Нет, совершенно нет, потому что совершенно настолько другая плоскость, другой путь, который мы прошли с Юрием Николаевичем Бутусовым, с нашим режиссером, это совершенно никак вообще нет ни одной близкой ноты, ничего. Да? А вот как с ним работать? Я просто знаю, потому что вот он моих коллег, журналистов, просто я знаю, что вот не переносит. То есть его зазвать вообще совершенно нереально. А как вот он с вами работает? С материалом, так скажем. Ой, я скажу честно, что, видимо, может быть, потому что я так счастлива и готова быть его материалом, быть его пластилином, что мне кажется, что мы достаточно... плодотворно и любовно работали. Мне это было замечательно. То есть вы такая режиссерская актриса, вы не импровизируете, вы предпочитаете, чтобы вам все... Это вот. Не так. Юрий Николаевич пальцем не пошевелит. Прямо? Прямо. Ни слова тебе не скажет. В чем была прелесть? Что я его ни о чем не спрашивала. Так. Ничего у него не просила. Очень удобно. Очень удобно. Ему очень понравился, Андрей, я знаю. Но ему все время много чего предлагала. Ага, а вот так вот. То есть это такой продюсерский подход, а не режиссерский. Нет, это не так. Он великий художник, я считаю, что это гений правильно, наших дней. Правильно, вы говорите. И, потому что профессия режиссера – это же не встань туда и сделай так-то. Это не это. Это мир. Вот смотрите, обе роли, которые мы упомянули, значит, Велма из «Чикаго» и вот проститутка из «Доброго человека», это, в общем, женщины такие неоднозначные и порочные. Вот когда актриса играет такие роли, это как-то вот может на характер повлиять, допустим. Вот, допустим, смотрите, Велма, она мужеубийца. Вот вы могли бы, я не про вашего бывшего супруга, а в принципе вот про супруга, вот про человека, сказать, убить. Даже. Можете, да? Вот что должен сделать мужчина, чтобы его женщина убила? Если это не деньги, если это не корысть, вот как вы считаете? Вот так, не знаю, мне кажется, что это, возможно, это какие-то бывают вот такие просто эмоциональные... Убила бы тебя. Вот что-то такое. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что я... Ну, я не буду зарекаться, но, по-моему, я не очень способна на убийство. Но потом как-то у нас не принято сейчас. Убивать-то? Ну, да. Ну, как-то тогда, раньше, вот несколько веков назад, это было вполне себе ничего себе и нормально. И, ну, устранило немножечко. Но это радикальный способ решения проблемы. Говорят, что иногда это лучше, чем разводиться. Ну, я не знаю, смотря какое наследство остается после. Ну, мне очень нравится, что... В Чикаго, там никому ни за что не стыдно, там есть прекрасный вот это вот селблок танго, тюремная танго, где каждая сидящая женщина рассказывает о том, как она убила своего мужа. Вот. В общем, оказывается, что все там это делают, никому не жалко, все хорошо. Вот главное, чтобы всех отпустили. Вот. И еще, чтобы все стали звездами после этого. Вот все проблемы. Мне кажется, это очень... свежо и, в общем, в ногу со временем. Это, понятно, по-моему. В тренде, как это принято говорить. Скажите, вам приходилось когда-нибудь отказываться от предложений и потом жалеть о том, что вы не согласились на ту или иную роль? Или такого не было? Нет, мне кажется, что вот у меня такого пока не было. У меня были вот какие-то ситуации, когда было что-то хорошее, а я не соответствовала требованиям. Например? Не буду говорить. Хорошо. Это боль моя.
Ладно, хорошо, не будем говорить. Про кино хотел бы говорить. Вы кино не любите? Обожаю. Вы обожаете Конечно. Кино, да? Так, и... Почему вы решили, что я его не люблю? Ну, как-то мне казалось, «Золотая маска», вообще все ваши награды. Одно они, другому не мешает. Да? Ну, но это так было предположение, видите, значит, оно было мимо. А в кино что, вы считаете, вам больше всего удалось? Больше всего? Да. Вот чем вы, вот если мы будем говорить не про театр, а про кино, чем вы гордитесь? Я надеюсь, что это все в будущем. Это само собой, то есть это просто по определению. Пока я недовольна собой. Так. Пока я недовольна собой в кино. Угу. А на подмостках вы собой довольны в театре? Ну, во всяком случае, вот мне кажется, что больше каких-то результатов, скажем так. Угу. А результатов, опять же, мы говорим про признание критики, коллег и зрителей, или это собственное, про собственные ощущения? И про собственные, и про признание коллег и зрителей, и наличие режиссеров. Ага. Вот мне кажется, что в нашей работе и в кино, и в театре самый главный туз – это режиссер. Угу. Тут вот никуда не деться, не прыгнешь вот ты. Выше никуда. В кино, если нет режиссера, не может получиться хороший фильм. И нельзя быть довольной собой без режиссера. Ведь артист беспомощен. Это так. Ну, я думаю, что разные существуют варианты. Это так. Угу. Когда вы в последний раз были в кино? Я имею в виду, не смотрели? Позавчера. Так, и что это было? Я смотрела «Географ», «Глобус», «Пропил». Угу. Ну и ваши ощущения? Мне понравилось мое ощущение... Я понимаю, что сложно, когда литература появляется на экране. Хотя, вот скажу честно, что был спектакль, по-моему, это был Кудряшова курс, дипломный спектакль. Они поставили «Географ», «Глобус», «Пропил». Это был великолепный спектакль. Великолепный. От начала и до конца пронзительный. Там работало все. Фильм мне тоже очень понравился. Я абсолютно гордилась моими коллегами, которых я там всех практически знаю. Это мои приятели, друзья и товарищи. И прекрасный режиссер Лединский. Снимаю шляпу и горжусь ими. Мне кажется, они молодцы. Они сделали очень хорошее кино. Коль скоро вы упомянули эту работу, Хабенский, сидя вот прямо на вашем месте, уверял меня, что голос... можно разработать, что если вот у человека нет голоса, но есть желание петь, то он может поработать, и голос у него будет. Потом я кое с кем из музыкантов говорил об этом, и были самые разные по этому поводу мнения. Как вы считаете, Константин прав? То есть это, ну, наживное? Ну... Он по своему примеру сказал, что вот он научился петь. Вот он петь не умел, но вот Ну, я думаю, что любой труд, он оставляет след. Но здесь же должны какие-то быть от природы что-то, нет? Ну, понимаете, дело в том, что если я, вот я это я не, да, как бы я ни старалась, я там не смогу стать там Анной Нетребкой. Не смогу никогда. Угу. Вот по причине того, что у меня там физиологически вот, мне тоже что-то кажется, там да, не это так. Же, да, природа. Нет, у вас все отлично. Вот, но... Для своего, вот того, что мне Бог дал, конечно, если я буду работать, развивать, учиться, управлять, конечно, я достигну больших успехов, чем если я не буду делать ничего. Это же все ну, знают. Ну, это так вот, ну, то, что вы сказали, оно вот очевидно. Просто ресурс, который есть, его нужно развивать и над ним работать. Хорошо. Это всегда даст какой-то успех, нежели ничего с ним не делать. Хорошо, давайте вернемся в кино. Бывает так, что вы смотрите что-нибудь, даже это, допустим, там, не знаю, голливудская классика или там, или неважно, или что-то наше, и понимаете, там, глядя на какую-нибудь героиню, что вот я бы вот Суляк, Саша, сыграла бы гораздо лучше, я бы сделала так-то и так-то, или нет? Или вы смотрите просто как зритель? Нет, я не смотрю как зритель, я смотрю и как зритель, но... Слава Богу, вот меня как-то Господь уберегает от таких мыслей. Почему? Потому что я знаю очень хорошо,
что я бы, если бы я бы, а иди встань и попробуй, и тут же начинается огромное количество всего, что тебе мешает, не дает, проблем. Это вот нам так кажется, вот что, ну а что, я бы так тоже, ну так. А даже вот если мы говорим, да, о мюзикле «Чикаго». Да. То есть я понимала, что это сложно, я понимала, что для меня это сложно. Но потом я вам хочу сказать, когда я вышла и ощутила это по-настоящему, я как бы играющая все время актриса. Мне не страшно выйти на сцену, но ты выходишь на сцену, оказалось, что меня просто сдувает. Просто, потому что ну, это такое напряжение. Сдувает. Значит, ты сразу появляешься в номере в танце. Тут, значит, у тебя, ты понимаешь, у тебя тут, перемыкает. Значит, все сломалось здесь, пересохло, там наоборот, значит, слюна, сопля, значит, все повисло, а микрофон работает. Ты не можешь ничего не можешь сделать. А уже музыка-то идет, уже оркестр-то играет. И слепят в глаза так, что ты не то, что ты вообще ничего не видишь. И вот в таком положении я сыграла, наверное, спектаклей 10. И вот сейчас вот более-менее какая-то такая пора, когда я уже начала кайфовать, привыкла ко всему, что я вижу дирижер. Ну, это совершенно другое. Поэтому все разговоры, я бы вот смогла бы, я бы пошла бы, да я это бы сделала, я знаю, чего они стоят. Потому что именно в тот момент, когда тебе вот-вот тебе все дается, вот бери и делай, и ты понимаешь в тот момент, как это сложно. Мы сейчас говорим только про тех, кто на сцене или имеет отношение. Понятно. Хорошо, все-таки давайте в отрасль вернемся. Не помню уже сейчас, кто мне сказал, но кто-то из социально значимых ваших коллег, что главное отличие наших актрис, актеров от голливудских, что там все умеют петь и танцевать, что они более пластичны, и любой актер, ну или любая актриса, даже если она работает официанткой в Лос-Анджелесе, она может в мюзикле сняться. А наших надо готовить к этому. Согласны вы с таким тезисом? Нет, не согласна, потому что я не очень верю, что вот это все, вот куда ни плюнь, последняя бомжиха, третья официантка, это не может быть. Все люди очень разные. И понятно, что кто-то готов в большей степени, кто-то готов и подготовлен в меньшей степени. Здесь все зависит от детства. Так. Все решает детство. Значит, детство, если ты... в смысле воспитания? Да. Если ты в детстве ходил на классический танец, значит, у тебя больше шансов попасть в мюзикл. Если ты при этом еще ходил на... у тебя еще больше шансов. А если ты еще пошел и, значит, что-то такое закончил по актерскому мастерству, тут у тебя эти шансы утратят. Но при этом никто не обещает, что ты это сможешь сделать, что ты хорош, что ты обаятельный, что ты энергоемок, там еще что-то такое прочее. Но эти шансы увеличиваются. Это все подготовка, опять же, труд. То есть я понял просто из... Что вот... Хабенский прав. А вы знаете, что это был Хабенский, да? Нет, я по поводу того, что... Потому что... Я вас раскусила. Я прокололся, да. Но из того, что вы сказали, я понимаю, что у ваших дочерей, если они захотят, все будет. Ну, я постараюсь, да, на всякий случай, чтобы у них было все это. Вы считаете, что если все закладывается именно в детстве, я считаю, что у них большое будущее. Такое же, как у их... блистательные красавицы мамы. Спасибо. Вот, которые, я надеюсь, получат весной золотую маску заслуженно. Если не получат, это будет незаслуженно. Вот, и я надеюсь, что Лёва и Шура получат хозяев. Это хорошо, что они заснули. Они по формату положено. Вот, а вам по формату положено улыбаться. Вы здорово это делаете. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Приходите к нам еще.